все? Сербия! Косово! Это Сербия! Няням солдаты! Нового мирового порядка сербы были в авангарде этой, когда происходило разрушение величайшего государства, когда органы и албанской мафии, та, которая сейчас возглавляет официально, светлое воскресенье Христово, солнце играет на небе. Если вы посмотрите на небе, с тяжелейшим состоянием, и всякий раз возрождает. Огромное спасибо и за это изложение. Postoje mnogo načina da se Kosovo vrati. Существует много способов для возвращения Косово. Istina, to će biti teško i borba za vraćanje Kosova će biti teška. Pravda, to bude tijelo i borba za возвращение Косова bude тяжелой. U prvom redu ona treba da bude politička, diplomatska, ekonomska, zatim u svim drugim oblastima društvenog života. Podobne komisije, ljubo čovjeka katorova lobirovali Amerikanci... To sigurno neće moći da se uradi u jednom kratkom vremenu. To, nesomnjeno, nevazmožno bude zdjelati u karotki period vremeni. I postoji onaj 30. Način da se vrati Kosovo i Metohiju, ja vam o tome, pošto sam vojnik, neću govoriti. Я вообще считаю, что нам надо объединиться. Надо Россию и Сербию объединить в единое государство. Тогда Косово легко будет отвоевать назад. И это будет первый шаг к созданию такой мощной новой православной империи. Я так считаю. Потому что потом надо и Грецию присоединить, Кипр. В 1389 году была страшная битва на Косовом поле. Ты хочешь выбрать победу, небесную или земную? Если ты выбираешь земную...